прикиньте, насекомое сейчас видел. Какой-то комарик пролетел. Приветствую вас, друзья рыбоходники. У нас народ уже свои лодки законсервировали. Я свою тоже законсервировал, стоит в гараже. И начался сезон сейчас именно нашей зимней рыбалки. И у меня сейчас уже, так сказать, третья вылазка на карьер. Приехал я на тот же карьер, где я открывал сезон. И сегодня мы будем тут же ловить окуня. И та же самая мормышка «Черная вдова». Сейчас мы находимся на карьере возле товарно-сырьевой базы. И мы вот с друзьями приехали, решили выбрать время и порыбачить. Погода у нас сегодня 0, минус 1. Народу сегодня не так уж и много. Сегодня всего лишь народу мы втроем. И там еще 3 рыбака стоят. Все, больше нету. Ну и не забывайте подписываться на канал. В конце видео ставьте лайки. Посмотрим, что наловим, то и покажу. Большой. О, есть контакт. Бля, так аккуратно прям берет, прям так слегка так нюхает, пробует, потом только берет. Ну это маленький сильно, смотри. Леха, у нас прет. Отпускаем этого живца. Только что зацепили за сетку, вот палка стоит балансиром. Хорошо балансир не оторвали. Вот куда она идет, куда-то туда, куда-то там дальше, не знаем, неизвестно. Какая-то сволочь, короче, бросила, оставила сетку старая. Видно, что следов нету, ни майна, ничего, ни лунок нету, короче. Вот. По шапке такому надавать, ну, лещами. Не, ну это слишком маленький, такой будем отпускать.
кабанчик. Охуеть можно. О, вот такой вот нормальный. На коптилку. Вот такой вот сегодняшний у нас получился улов. Руслан еще две штуки поймал. Ну вот, добавил вот в эту кучку. В итоге получилось 11 штук. Ну, на копчение пойдет само то. Ну вот и пролетели эти 4 часа. Пролетело время вообще незаметно. Окунь брал, значит, по-разному. Где-то вяло, пришлось его приговаривать. А где-то брал сразу. Напарники мои, значит, уже уехали домой еще час назад. Ну, я сейчас буду потихоньку собираться ехать до дому, до хаты. Ну и заходите к нам в группы. Это группы Fishing Mao и моя группа, группа рыбоохотников. Ссылка будет в описании. Заходите, не стесняйтесь. Там сейчас у меня идет в группе рыбоохотников небольшой розыгрыш. Это бабло на мобилу. Вот, если хотите денежку на мобилу, заходите, читайте условия и участвуйте в этом розыгрыше. Ну, остальным желаю ни хвоста, ни чешуи. Всем пока, до следующей рыбалки.